проекте творческая атмосфера. Полина Портнова из станицы Новомаревской «Мама, все успеваю». А по-другому никак. Большая семья, в которой муж, три сына и две дочки просто обязывают к такому энергичному ритму. Быть мамой надо все успеть, везде успеть правильно, и уделить всем внимание и на работу, и дома, и приготовить, и все надо везде успеть. Я даже не представляю, если бы была маленькая семья, как бы было уже весело, да, и в сложной ситуации есть кому помочь друг другу. За умение быть мамой Полину пригласили на большой праздник. Пришлось даже за медалью на сцену подняться, хотя так непривычно ей все публичное. Они любят и уважают ее, с удовольствием помогают друг другу. Нравственное здоровье, уважение и забота. Концерт с очень трогательным старанием для всех женщин-матерей Шпаковского района готовили сами дети. Они много недель тщательно учили песни, оттачивали движения для танцев, чтобы сегодня не оплошать и сделать все, чтобы мама улыбнулась. Елены Жуковой выступают дочки. Перед тем, как отправлять их на сцену, мама помогает навести красоту. Надо и косу заплести, платочек завязать, и губки подкрасить. Она мама за все переживающая. Говорит, наверное, у всех матерей есть такой чип, который заставляет их волноваться за своих малышей. Он появляется с рождением детей и уже никогда больше не исчезает. Как говорится, мы всегда переживаем за своих детей. Не только, как говорится, когда они выступают, когда они учатся, когда они получают хорошие отметки. Ну, иногда приходится и поругать. Ну, это всегда на пользу, я так считаю. Россия отмечает День матери больше 20 лет. И в последнее время этот праздник становится все более значимым и любимым. Ведь это еще один лишний повод сказать близкому человеку спасибо. А за что? Да каждому за что-то свое. Теплые слова благодарности мамам Шпаковского района говорили почетные гости. Вообще надо сказать, что на территории Шпаковского района проживают замечательные мамы, которые воспитывают замечательных детей. Дети наши участники и победители конкурсов самого различного уровня. За это мы, конечно, наши мамам говорим огромное спасибо. Благодарим их за их каждодневный, повседневный труд, трепетное отношение к нашим детям, к подрастающему поколению. Талантливые мамы не только воспитывают талантливых детей. Они каждый день учатся строить семью, бегают на работу, занимаются бизнесом и при всем при этом следят за собой. Все это иногда на грани, из последних сил. Откуда берут вдохновение, совершенно не ясно. Но такими женщинами восхищаются те, ради кого они все это делают. Мама очень красивая, я очень сильно ее люблю. Мама строгая? Не очень. Иногда бывает добрая, иногда строгая. Не забыли поздравить своих мам с праздником Джамиля Ибрагимова и Иван Шаталов, Ставропольское телевидение и Шпаковского района.